А благодаря этим людям я могу продолжать делать для вас видосы. Так что и вы можете меня поддержать на Boosty по ссылочке в описании. Спасибо. Всем привет, народ, у микрофона мистер Чейзер. Вы смотрите мой дисплей канал, и мы продолжаем проходить стратегию под названием Starship Troopers Terran Command. На очереди у нас предпоследняя миссия, которая называется Страж Муравейника. Ну, давайте зачитаем брифинг и пойдем заниматься самыми лучшими делами, на которые способна мобильная пехота. Отстрел жуков. У них нет шансов против храбрости и тактического гения людей. Огромный рой арахнидов угодил в ловушку, и им из нее не выбраться. Пока флот уничтожает врага шквальными бомбардировками, мобильная пехота должна удерживать выход из западни и пресекать любые попытки жуков выбраться. Ну что ж, давайте займемся работой, ребята. Стал известен план Небесного Маршала — выманить врагов из укрытия, соблазнив легкой победой. Заманив их внутрь, мы захлопнули за ними дверь. Войска мобильной пехоты отбили важный пост защиты, запечатав горный проход и перекрыв жукам выход из пустыни. Тараканы угодили в челюсти стальной ловушки. Им некуда бежать и негде скрыться. Легкая цель для наших бомб. У какие классы самолета, нам дадут ими поуправлять? Я бы с радостью. Но это вряд ли. Флот собирается прихлопнуть жуков, поэтому они так отчаянно пытаются выбраться. Положение далеко от идеала. Некоторым укреплениям здесь пришла полная труба. Но выбирать не приходится. Будем удерживать тараканов, пока истребители ТВК не устроят ад на Земле. Вы хотели сказать ад на Квалаше. Хотя, конечно, эта планета раем так и не была. Так, поехали! Ту-ту-ту-ту-ту, не потерять основную базу? Да, попробуем, это не так-то просто. Не потерять базу, да? Так, ну смотрите, ребят, я сейчас делаю вам небольшую ремарочку, да? Я сейчас прохожу эту миссию по, наверное, пятому кругу подряд уже. Это, во-первых. Во-вторых, я снизил сложность на среднюю, потому что здесь просто невозможно вытянуть. Вообще невозможно. Я пытался и так, и сяк, и наперекосяк. Не получается. Вот я не могу пройти эту миссию. И уже, если честно, под конец прохождения, мне как-то насрать на то, что я, ну, знаете, сбрасываю сложность на единичку. Мне уже как-то немножко насрать. Так, парни, вы отходите, вы тут не стоите. Мне уже, мягко говоря, немножко насрать на то, что я снизил сложность. Потому что, ну, слишком сложно. Миссия очень потная. Поэтому мне уже в каком-то плане по херу. Лишь бы уже, знаете, допройти игру и все. Так, потому что есть у нас другие уже проекты на канале, которые неплохо было бы тоже пройти. Но меня вот это вот звездный десант немножко стопорит. Останавливает, давайте так скажем. Так, ну поехали. Посмотрим, как у меня получится на обычной сложности, да, которая здесь средняя вроде или типа того. Пройти эту миссию. На высокой вообще не получилось, потому что здесь вон сзади уроды ломятся. Здесь бы, конечно, вот дырку какую-то сделать, да, или там стенку, я не знаю. И, кстати, я посмотрел, в чем прикол сложности, потому что, если честно, я вот проходил игру всю на высокой сложности, я даже не знал, в чем прикол, да, сложности. Какой от него резон. А прикол оказывается в том, что, типа, у меня оружие от солдат наносит меньше урона. Намного меньше. То есть не один урон, да, а 0,75 получается. А теперь оружие наносит полный урон, какой и должен быть, по идее. Хорошо. Как-то так, посмотрим, как получится у наших солдат с нормальным уроном от оружия отработать. Так, вот тут бы дырка, да, вот закрыта была бы, так шикарно, тут дырка. И они ломятся оттуда, это проблема. То есть вот верхняя база у нас горит постоянно. Пилоты-истребители сообщают, что жуки просачиваются через периметр. Они избавились от угрозы, но следить за каждой отдельной целью флот не подписывался. Проконтролируйте, чтобы этого не повторилось. Если жуки прорвутся наружу, вся шумиха была напрасна. Этот план придумал Небесный Маршал? Ну, возможно, я ему немножко помог. Прекрасно. Пошел Tower Defense, парни. Не должно убежать слишком много жуков. Попробуй. Тут есть. Вот если бы не эта дырка, была бы так хорошо. Но она здесь есть, эта дырка. Дрень просто огромная. Так, следующие пацаны пошли. Нам, по идее, дали ничего. Нам дали понюхать, наверное, носки потные. Вот и все, что нам дали. Спасибо. Люблю свое командование. Так, тигры уже пошли, да. Тигры уже здесь. Они готовы грызть наши жопы. Так, это вода.
ракетный склад, боеприпасы и так далее. Блин, нет припасов, вот очень их не хватает. Ладно, попробуем так. Так, сначала центр, да? Давай тут вы будете стоять. Ворота вот еще уничтожены. Нам реально дали раздолбанный в пух и прах базу. Просто уничтоженная база какая-то. Блин, а тут тигры пошли уже, проблема. Парни, помогайте. Срочняк, нужна помощь. А то что происходит? То же самое, да? Та же история, только с другой стороны. Так, кидайте гранату, отходите. Отходите к нашим. Сюда. Так, гренку достаньте. Нет, давай кидай туда. Кидай как можешь, пожалуйста, кидай гранату. Тут даже, короче, на средней сложности пот есть небольшой. Ну, кстати, большой. Так, тут эти выжили, молодцы, меняемся местами. Тут, короче, я так понял, огнеметы рулят в каком-то плане. Хотя вот вроде нормально. Автоматчики нормально справляются. Не идеально, но пойдет. Боже мой, инженеры, жить. Так, парни, отходим сюда, тут автоматы помогут. А снайперов сейчас съедят. Убегаем. Автоматы помочь должны. О, тут еще турелька, хорошо, нормально. Так, пополняйтесь. Ну, кроме снайперов, наверное. Тут беда пошла. Беда не приходит одна, как говорят, да? Так оно и происходит. Нормально, вроде как продержались. Ну, слушай, на средней сложности мне тут уже 2 или 3 отряда съели. Ну, на высокой, извините. На средней пока что терпимо. Так, нет припасов. А вот это дадите? План сработал лучше, чем мы надеялись. Да, лучше. Нас быстрее съедают. Так. Дали нам поддержку, да? Нет. Пулемет давай сюда поставим. А стоп, пулемет. А можно ли где-то на возвышенности его сделать? О, да, давай здесь, срочно. Так, убивайте жуков для военной поддержки. Да я бы с радостью. Мне бы припасов больше, да? Не хватает припасов. Вот с припасами есть беда. Огромная. Мне они нужны больше. Мне больше нужны здесь припасы. Да стой, ну отстройте. А, нельзя тут. Тогда это теряет резко смысл. Удержание этой базы вообще. Давай попробуем здесь. Так, огнеметы один только у нас, да? Да. Тогда вся эта затея теряет всяческий смысл. Абсолютно. Так, офицер тут стоит, он помогает, если еще нам. Так, огнеметы есть, да? Ну, пулемет, точнее, извините. Так, понеслась моча по трубам. Туда гранатку срочно. И отходим под турель. Турель, по идее, должна помочь. Ну, конечно же, по идее, да, все. Огнеметы сюда. Отходим под турель. Так, тут понеслась херня. Вот так, сэр, давай. Парни, помогайте. Как вы это любите? Вот, конечно, тигры тут прям бесит капитально, да. Туда давай, огнеметы сюда. Огнеметчики, кстати, тут тоже троллику было бы неплохо, если бы сделали. Прям шикарно было бы, я сказал бы. Так, давай зеленая линия огня. Хорошо. Гранату кидай быстрее, пожалуйста. И мочи жука тигра. Ясно, я понял вас, парни. Вы не очень хотите воевать сегодня. Обидно. Я на вас надеялся. Ну, если что, пополнение закажем. Ну, кстати, если что, его надо заказывать. А, как же плохо! Очень, очень плохо вы воюете. Очень. Ну, просто, как вы это допустили? Как? Как вы это, сука, допустили? Что вас грызут, как детей? Вы мобильные пехотинцы или кто? Дробовики сюда срочно. Срочно, ну вот один уже прощемился. Блин, как же не хватает сил. Вот это вот, припасов нет и все. У тебя тупо все горит. Все горит. Когда заканчиваются припасы, ты заканчиваешься вместе с ними, грубо говоря. Ну типа, ну как так? Ну почему не дают припасов вообще? О, хрена. Так, сюда нам срочно турель. Не знаю, куда-нибудь. Сюда давай. Выдержит ли она или нет, вопрос риторический. Скорее всего, нет. Все, справились? Да неужели? Ёб вашу мать.
Неужели так сложно просто удержать? О, дали припасов, наконец-то. Так, давайте мы тогда сделаем пульс винтовки. И передатчик давай. Так, ну пульс винтовки здесь самое полезное. Хотя адъютант тоже пригодится. Да, давай адъютанта сюда тоже. Так, пульс винтовки сюда. Вот плевуны пошли. Так, мучим сначала плевунов, ребята. Так, вы с дробовиками, давай ближе. Вы сюда и давай по плевунам. Так, инженеры сюда куда-нибудь. У нас два убежало уже. Спасибо вам, ребята. Отлично работаешь, мобильная пехота. Давай сюда, турель, срочно. Так, автоматы здесь, автоматы здесь. Сначала мочить плевунов. Это прям наша самая главная головная боль, давай так скажем. Так, стоим здесь. Снайпера, я не знаю, тут вообще нам нужны или нет. Скорее всего, нет. Они тут, на самом деле, самые, наверное, бесполезные юниты. Прям серьезно. Так, что еще можем заказать? Ничего, да? Спасибо. Я рад это слышать. Так, граната пока не идем. О! Вот вам давай, наверное, связку гранат. Адская посылочка. А, выкидать их рядом. Херня тогда это. Кидай гранату туда. Тогда надо всем брать дробовики и не выпендриваться. Просто не париться. От слова совсем. Снайпера качнулись. А нужны ли вы? Давай вот сюда кинем сенсорный маяк. Правда, он вообще нам не нужен. Ну пусть будет. Так, мочите жуков. Да, вы можете этих. А тут прикрытие есть. Хорошо. Нормально, нормально. Вот уже немножко урона больше не дают. Прям на высокой сложности урона, ну, совсем нет. Мягко говоря. Так, огнеметы. Не знаю, надо турельщик где-то здесь сделать. Пусть будет. Желательно, наверное, какую-то гранатометную, чтобы сдалека кидались. Так, шмаляем по плевунам, в первую очередь. А там разберемся. Кстати, есть адъютант. Сюда давай. Бахни, как ты любишь. Так, пусть винтовки чилят у нас пока, да? Ну, пусть чилят. Вот тут опять беда пошла. Отходим. Отходим. Так, автоматы еще помогаем здесь. Вот тут прям какое-то, не знаю, осиное гнездо. Так, давай сюда гранатомет. Короче, tower defense, парни. Ладно, отходите. Как же я ненавижу вас. Ненавижу. Какие вы нехорошие. Тигры сейчас всех сгрызут. Ну стреляйте, что стоим. Гранатку давай. Блин, вот я не могу найти пока никакую управу на жуков-тигров. Вот реально, это пока что самая моя... такая... проблема. Отлично. Жуки проникли через гору. Я рад за них. Запечатайте пещеру. Я бы рад, но я, наверное, знаете, что здесь делаю. Здесь они сюда идут, да, через это поселение. Я бы здесь сделал пулеметик. Хотя нет. Иди пока сюда, там разберемся. Иди пока сюда. Так, во, припасы еще, это хорошо. Давай сюда. Сюда. Так, поехали. И тут давай закажем таких парней и таких парней. Веселых. Вот дробовички самый классный момент против тигров. Дробовики всегда справятся. Но они не вечные. Это тоже из таких минусов. Боже. Да отойди ж ты, ё-моё. Просрали огнеметчиков на ровном месте. Класс. На ровном, блин, месте просрали. Так, вы идите сюда. Надо вот эту улей почистить. Это просто ужас какой-то. Они будут бесконечно там вылазить. Поехали. Так, гранатометная турель, надеюсь, сработает как надо. Но это вряд ли, конечно. Ну попробуем, посмотрим. Так, офицер тут стоит, тоже помогает, если что. Да, помогает же офицер. Да не, его быстро убьют. Блин, тут пульс винтовки, к
которые очень хреново себя показывают, когда они перегреты. Отлично. Давай вот так. Какой хер он сгрыз турель? И снайперов сейчас съедят, да? Конечно съедят. Они ж тупые, они не умеют стрелять. Эти придурки стрелять вообще, сука, не умеют никогда. Я искренне негодую с этой игры уже. С ее тупизны какой-то, я не знаю. Ну как так-то, ё-моё. Все ж хорошо идет, и все по плану, вроде бы. А потом в какой-то момент берет и идет по одному известному месту. Отходим. Уходим в КД. Вот все. Дробовики какие-то закончились, еще что-то закончил. Блин, тут просрал солдат. И все идет по одному месту. Давай сюда отойдем. Блин, да даже на средней сложности это просто жесть какая-то. Как так-то? Почему так больно? Все, солдаты сгорели. Здесь нам нужны какие-то, я не знаю, солдаты, которые очень хорошо этих плевунов убивают. У нас с ними беда. У нас с ними какая-то беда. Боже мой. А тут все, сгорели мы. Блять. Просто не понимаю этого момента. А их убивают, им насрать пусть винтовкам. Просто насрать, их убивают. Они ни по кому стрелять не умеют, они придурки. Пошли вперед, ёб твою мать. Туда давай. Блин, тигры просто все убивают, им насрать. Это просто обычные тигры. Но они убивают все. Так, ну вот вроде как инженеры пошли работать. Наконец-то, нормально. Показывать себя с лучшей стороны. Поехали. Блин, сука, одного тигра убить не можете. Вы что, издеваетесь надо мной или как? Сука, одного тигра убить не могут. Одного. Просто издеваются. То ли разработчики, то ли игра. Я не знаю, кто надо мной издевается. Но, блин, одного тигра замочить нельзя. Одного. Это какое-то уже издевательство. Кошмар. Неужели такая проблема убить одного тигра? Так, заходите вообще туда на похер, пацаны. Просто на похер заходите. Сейчас быстрее вычистим это говно. Меньше будет врагов здесь. Да стреляйте вы, ё-моё. Так, готово. Ну, а стрелять? Блин, вы прикалываетесь или что? Отлично, наконец-то одной проблемы меньше. Ё-моё. Как же у меня от вас горит. Просто вы даже себе представить не можете. Жопа горит, как я не знаю кто. Причем главное, делаешь все вроде как правильно, а все равно тебя убивают. И ни черта не спасает. Так. Надеюсь, не будет больше сюрпризов. Хотя хрен его знает, это ж игра. А, ну да, бомбардиры, точно. Здесь будут сюрпризы, ребят. Давай сюда попробуем. А, припасы дайте? О, спасибо. Так, винтовка МК-2. Ну хоть что-нибудь дайте мне здесь уже, ё-моё. Так, пульс винтовки сюда, пацаны с дробовиками сюда, пацаны с дробовиками сюда. Еще автоматчики сюда. Ракетчиков давай сюда, пусть с этой стороны прикрывают. Турелька пулемета тут еще есть. Ну, блин, я не знаю, что-то должно здесь такое святое произойти, чтобы мы победили. Что-нибудь прям очень хорошее. Так, пульс винтовки сюда давай. Автоматы здесь. Пехота МК-2 тоже давай сюда. Попробуем, я не знаю, у меня вот верх горит прям сильно. У меня проблема с верхом в основном. Везде плюс-минус стабильное, нормально. А вот сверху прям беда. Вот здесь. Здесь просто всех бьют санными тряпками мои солдаты, и они ничего не могут сделать с врагами. Так, пехота МК-2, давай тут попробуйте что-то сделать. Хотя бы лицом поторгуйте, уже будет неплохо. Если честно.
Это уже будет хоть что-то. Так, поехали. Так, фокусите, пожалуйста, тигров. Поехали, фокусим тигров. Хорошо, то там еще плевуны мерзкие. Так, пацаны ушли в КД, отходим. А, нормально, слушай, справились. Блин, а тут все равно мы горим. Вот сколько солдат не делай, все равно ты тут будешь гореть. Я не знаю, мне кажется, надо бросать эту базу. Это бесполезное место, просто бесполезнейшее. Мы взяли, просрали там солдат. Это самое бесполезное место. На этом фланге. Надо просто отходить вот сразу сюда. И тут перекрестный огонь делать вот в этом ущелье. Это реально, это бесполезное место. Там нет смысла держаться вообще. Так, еще туда. Так, плевуны мерзкие. Давай туда. Да насрать мне на эту базу. Абсолютно, с высокой колокольни срать мне на базу на эту. Меня тут убивают, аннигилируют, как, не знаю, как ребенка. Причем я даже тут ничего сделать не могу уже. Тут они проходят на покер. Боже мой, я не понимаю, верхнее направление, что с ним не так? Что мне делать на этом месте? Вот почему они проходят так на покер? Вот реально, что мне тут делать? Они просто проходят, им насрать. Да, они на похер проходят, и все, им не похеру. Ужас какой-то. Так, адъютанта завалили. Но снизу у меня все более-менее. Вот здесь проблема. Танкеры, этого еще мне тут не хватало. А ракетчиков-то нет у меня. Из неприятных моментов. Иди, мой огнемет, иди сюда. Так, жуки, готовься к решающему нападению. А я не готов. Вообще не готов. Просто не готов. У меня ничего нет. Единственное, к чему я готов, так это к аннигиляции своей. Вот к этому я готов, да. Так, ракетчик один есть, это хорошо. Давай ты на сюда зайдешь. Хорошо. Я готов только к анальному доминированию со стороны жуков. И к своей смерти. Вот к этому я готов, да. Так, давай попробуем хотя бы, не знаю, там турельками сработать, хоть чем-нибудь. Тут у нас проблемка. А припасов не дали, да? Пошел нахер, игрок. Спасибо. Можно вообще, знаете что, отойти тупо на главную базу и там дефаться, типа... Как из таких вариантов. Более-менее годных. Но сработает ли оно или нет? Вопрос. Бомбардиры тут еще поперли, класс. А толку нам от этой War Support? Если нас бьют саными тряпками. Ну, вызывай, что стоишь? Блин. Просто какой-то пиздец. Просто съели, ребят. Ребят, просто съели. Да, тут ребят просто съели. Эту базу съели. Надо срочно тут что-то делать. Ну, они поперли, да, все, миссия проиграна. Я даже не знаю, типа, что тут делать, вот серьезно, у меня есть проблемы. Они сейчас на похер сюда идут, и все, я пошел нахер. Хотя нет, вот вроде как забатили на себя эту толпу. Но опять же, толку от этого. Но как-то эту всю толпу перебить.
Это невозможно. Адъютант, тащи, пожалуйста. Ребята, тащите кто-нибудь. Помогите. Да не стойте друг в друге, ребята. Так, дефаем базу. Все стоим на базе. Да нет, не туда. Кидай. Из последних сил кидай, адъютант, пожалуйста. Умрем вместе. А, все, это были все? Боже мой, я не знаю, как у меня получилось. Просто не знаю. Это, ну, потому что средняя сложность. И даже на средней видели было жестко. Флот превратил пустыню в кладбище жуков. Да, и в кладбище мобильных пехотинцев тоже. Сколько они там накрыли их? Мы сейчас оцениваем потери, но даже по самым сдержанным прогнозам мы критически ослабили силы арахнидов на Квалаше. И наши силы тоже. У нас нет солдат теперь. Извините, пожалуйста. Тогда все было не напрасно. У нас все померли. Все. Вот эти ребята, это все, что у нас есть. Буквально. Не, надо было, видимо, реально отходить тупо на главную базу, под прикрытием турелей все делать и все. Вот, держать маленькие базы бесполезно. Просто бесполезно. Их снесут за раз-два. И рассредотачивать силы, это, ну, слишком критично. О, не, ну это жестокая миссия была, да. Мне, кстати, кто-то писал или говорил, да, что Страшный Муравейник тебе даст просраться. Ну вот, на среди сложности, в принципе, норм. Но есть, конечно, проблемы и сложности свои все же. А, играть, если на высокой или там, я не знаю, на убийственной, это я не знаю, это сколько рестартов тут надо сделать, и сколько тут часов надо потратить, чтобы пройти эту миссию. Это, наверное, для извращенцев, к которым я себе не отношу. А, просто на высокой сложности, знаете, было сложно до 18-й миссии. Ну вот на 18-й все. Я уже, как это говорят, сгорел. Стул у меня уже превратился в пекло, поэтому я снизил на среднюю. И, наверное, последнюю миссию мы тоже будем проходить уже на средней сложности. Потому что, ну, это последняя миссия. Давайте добьем игру и перейдем к каким-то другим классным проектам у нас на канале. Так что на этом все, ребят. Если впервые тут и вы чувствуете горение из моей жопы, и вам нравится такое, и хотите еще больше видосов, обязательно подписывайтесь, если еще не. Лайкайте, комментируйте, дергайте за колокольчик, ну и не забывайте переходить по ссылкам в описании. Там много крутого контента, всякие стримы, Дискорд у нас есть, группа в ВКонтакте, ну и так далее. Короче, всех там жду. На этом все, у микрофона был сгоревший мистер Чейзер, всем удачи, всем пока. Еще увидимся на нашем канале.